Христос ся рождається, кажуть у нас на Україні. Значить так, я зараз вам розкажу, як приготувати традиційне блюдо на Рождество. Називається кутя. Для цього нам потребується неочищена пшениця, яка у нас продається в магазинах, називається кутя. Потом ми її повинні сварити. Варится, как обычная крупа, только дольше. То есть вы смотрите, варите до готовности. И потом изюм нам потребуется, мак, тертый грецкий орех и мед. Значит, мы берем нашу вареную пшеницу и добавляем в нее немножко изюма. Протертый мак. Если мак горчит, его можно залить кипятком или даже проварить пару минут. Это уберет горчинку. И добавляем измельченный грецкий орех. И потом мед. Мед у нас домашний, натуральный. Это нас дедушка собирал. Значит, некоторые любят кушать кутю и заливать ее узваром. Это компот из сухофруктов. А я, например, люблю без. Но вы смотрите, как вам больше нравится. То есть можно добавить чуть-чуть узвара, можно не добавлять вообще. Все это хорошо перемешиваем, и наша кутя уже готова. Так, поздравляю вас всех с наступающим Рождеством Христовым. Хорошего вам года. Оставайтесь с нами, смотрите наши видео. Всем пока!